Телекоммуникационная компания «Тенет» и в военное время не останавливает проекты социально ответственного бизнеса. Сегодня, правда, они направлены не на развитие туристической привлекательности нашего города, а на обеспечение интернетом бомбоубежищ. Интернет под землей теперь доступен для многих одесситов и жителей других регионов нашей страны. К сети подключены уже более 200 объектов Одесского и Николаевского регионов, рассказали в компании «Тенет». Жильцы звонят 730-53-30, оставляют заявку, что они хотят подключить Wi-Fi в конкретном подвале или в конкретном паркинге, и приезжают люди и подключают им этот Wi-Fi. С них только роутер, и все. Интернет в подвалах, бомбоубежищах и паркингах абсолютно бесплатный для всех пользователей, уточнили в компании. Наши Wi-Fi зоны по городу, Тенет Wi-Fi зон, тоже сейчас работают без ограничений. Раньше там были ограничения, связанные с рекламой. Сейчас эти ограничения полностью сняты, то есть можно оставаться в курсе событий, пользуясь этим Wi-Fi. Сегодня телекоммуникационная компания Тенет, являясь предприятием критической инфраструктуры, не только продолжает обеспечивать украинцев бесперебойной связью, но и предоставляет ряд других важных услуг. Во-первых, мы сделали сигналы тревоги на Тенет в рамках Тенет ТВ, то есть выскакивают соответствующие сообщения, предупреждают о тревоге и отбое тревоги. Во-вторых, мы сделали возможность смотреть на ТВ новое приложение для айподов, для айфонов. Это тоже было сделано уже сейчас во время войны. Несмотря на военное положение, выполнение дополнительных задач и работу в Николаевской области, где ведутся боевые действия, команда телекоммуникационной компании «Тенет» продолжает не только обеспечивать абонентов бесперебойной интернет-связью, но и работает над развитием сети «Тенет». Предприятия критической инфраструктуры, особенно в форс-мажорных обстоятельствах, должны работать четко и всегда на пользу людям, подчеркивают в телекоммуникационной компании «Тенет».